Как говаривал почтальон Печкин, будем мы сейчас вашего мальчика измерять, если, конечно, Стэн позволит нам столь экстравагантную вещь, как измерение себя. Хотя он на стороже не позволит уже. Он уже скособочился весь. Нормально не измерить. Скорее всего, будет уже убегать. Не даст мне сантиметром померить себя. И уже убегает. Не хочет. Не хочет быть измеренным. Придется мне измерять его после, не на камеру, а уже так. Не повезло, не хочет. Отлежался. Ну, он только что после купания, а, собственно, террариум после чистки. Вот можно заметить зеленые, а не серые насаждения. И, оказавшись не под прикрытием своего полотенчика, в салонном доступе, он несколько стрессует. Да, стрессует, что потерял убежище, пещеру, в которой только что находился. Чешуйки отходят. После купания это нормальное дело. Я его чищу во время купания, но не все удается очистить. Так, приятель, давай ты не будешь лезть куда не нужно и залезешь к себе в террариум. Сейчас он будет осматриваться, потому что запахи для него, как обычно, новые. Давай, поброди по своему чистому дому. Давно, собственно, не проводил чистку террариума, поэтому решил, что это крайне необходимо сделать сегодня. Прошло уже больше полутора месяцев. Я просто докладывал влажный сфагнум. Он не понимает, что ж такое-то, а? Звук есть, а жрать не дают. Нет, сегодня ты уже покушал. Покушал перепелиных яичек. Полазит по бревну. Ой, забыл воды набрать в лоток. Исправим в ближайшее время. Вот можно видеть, как облезает кожица. Измерим потом, в следующий раз. Сейчас все обнюхает, все осмотрит, везде полазит. Посмотрит в камеру глазами своими недоверчивыми.
крупный план. Кто сказал, что они не похожи на кошек? Похожи некоторыми повадками. А вот головой, черепом похож скорее на какого-нибудь динозавра. Ну все. Дадим ему возможность погулять по своему террариуму. А позже... Нет, давай ты не будешь вылезать. Я тебе не разрешал пока гулять. Непоседливый. Полностью вылез. Снова. И куда-то все время уходит. Ищет место, где можно спрятаться. Полез за спину. Смотри, не потеряем ни метр. Ладно, загоню его обратно. Потом погуляет.